Гитлер. Хай. Добрый день. Добрый день. Здрасте. Пожалуйста. Благодарю. Ой, как высоко. Хорошо. Все в сборе? Да. Да-да. Прошу. Благодарю. Господа. Я думаю, так будет. Бригаденфюрер Ратфельда. Хайдлер! Господа офицеры, в порядке координации разведывательных служб мне поручено выразить недовольство Верховного командования вашими действиями. Я буду краток. Разведка и диверсионная служба группы «Север» утратили наступательный характер. Приказ фюрера о взятии Ленинграда не выполняется. Наши дивизии, скованные на этом участке фронта, бесполезно теряют время и силы. Чтобы выполнить эту задачу, наши блестящие войска должны получить от Абвера всю необходимую помощь. Бездействие будет расценено командованием как саботаж со всеми вытекающими отсюда последствиями. Простите, господин бригаденфюрер, мы пытались сделать все, что могли. Недостаточно. В русском тылу мало нашей агентуры. Командование требует ее массовой засылки. Готовьте для заброски в русский тыл сотни, а не десятки агентов. Это должно подорвать русских и психологически. Сейчас это является важнейшим фактором. Кофе. Благодарю вас, фрау Грета. Вы замечательно исполняете совершенно несвойственные вам функции. Кажется, у фрау Греты есть вопрос. Да, есть. При таком увеличении количества агентов, несомненно, участятся и случаи их переходов к русским. По этой же причине абсолютно не оправдывают себя, как инструкторы, представители так называемой белой эмиграции. Понимание России у них безнадежно утрачено. Из указаний господина бригаденфюрера следует сделать вывод. Особенно начальнику латвийской школы Абвера, майору Штиллеру. И вам. Не обижайтесь, старый товарищ. Начнем с вашей школы, майор. Вернее. Опа! Кончай, Ахмед. Неужели тебе не надоел? Эй, мальчишка. Человек должен хоть что-нибудь делать хорошо. Особенно, если от этого зависит жизнь.
Ахмед? Да. Киллер зовет. Ничего, подождет. Ты зря дурачишься, он злой. Не суетись, слушай. Между прочим, я ему нужен. Что предлагает подруга вечерком? Ничего нового. Может, потанцуем? Да приходи уж. О, поздравляю. Будешь смелым, не пожалеешь врага, тоже получишь. Смотри. Вот как надо. Другой давай. Ахмед, принимайте группу господина Алексея. Хватит развлекаться. Им нужна не болтовня, а опыт настоящего агента. Слушаюсь. Приступайте сегодня. Сейчас же. Яковлев. Да, Мартель. Франция, Франция. Во Франции я был доволен разведкой. Я тоже. Здесь я, к сожалению, ограничен в своих возможностях. Действуйте решительно. Я вас поддержу. Меня беспокоит, полковник, ситуация, создавшаяся здесь. Вы свободны, Вальтер. У меня такое ощущение, что русские знают обо мне значительно больше, чем я о них. Ни в Голландии, ни в Бельгии, ни во Франции этого не было. Здесь же я встревожен. Русские готовят контрнаступление здесь, под Ленинградом. Начнут, вероятно, с Раненбаумского пятачка. Говоров не может его не использовать против моей группы «Север». Убежден. Мне нужно только точно знать, куда стягивать силы. На участке Котлы-Кингисепп или южнее Пулково. И какие силы сосредоточены тут у русских. Вот вкратце и все. Советую поторопиться, полковник. И не считайтесь ни с чем. Конечно, он прибыл к нам не по любви, но чувство приходящее, Штиллер. Его привела к нам железная необходимость. Он хотел жить, он сдался в плен. Господин майор, Климов не сдался в плен, а был взят в бою раненым. Тем более. Курсант Климов прибыл. От имени руководства Абвершталя Осланд поздравляю вас. Вам поручено ответственное задание в тылу русских войск. Господин майор, во имя будущего свой долг выполнить готов. Но достаточно ли я подготовлен для этого? Я полагаю, вы используете знания, полученные не только у нас. Поздравляю. Жду приказаний. Хорошо. Подберете форму, кладовую. Штайненбенка. Благодарю.
Куда это? Задание ему дали. Ты смотри. Охренели они там, что ли? А, погоны? Да. Придумали новую форму. Войну хотят выиграть. Дай-ка гимнастерку. На. Не терпится надеть. Не спеши, не спеши. Если он уйдет, это будет означать, что мы его больше не увидим. А если увидим? То он обязательно опоздает на день. Почему? По логике. День, явка к русским. Так. Три, проверка. Пятый день, донесение. И шестой – легенда чекистов. Ему явно не хватит пяти дней. Вы пессимист, Штиллер, как любит говорить полковник Курау. Вам не хватает воображения. Заходите. О, совсем настоящий. Да, просто сразу хочется. Да-да. Только все это очень чистенько. Ну как, волнуемся? Есть немножко. Ничего, ничего. Очень благодарен вам за доверие, господин майор. Коля, какой это чин? Капитан. А раньше какой был? А раньше начальство знает. Я что-то не верю, чтобы у вас никого не было. Кого вы имеете в виду? Ну, женщины или девушки. Все наши девушки здесь. Жаль, что я не твоя девушка. А что было бы тогда? Ждала бы. Ну, жди. А ты вернешься? Откуда? Оттуда. Ясно. Ты зачем пришла? Не знаю. Наверное, проститься. Прощайся. Это что? Для доклада? Нет. Для себя. Задание понятно? Понятно, господин полковник. Повторяю. Прибытие новых частей, рода войск, места выгрузки, расположение сосредоточения, желательно номера. Вы Климов, Николай Константинович, командир отдельного батальона. Возьмите ваши документы. В этой планшетке фронтовая обстановка вашего участка на 13 сентября 1943 года. Вот свежие газеты. Все это надо внимательно изучить и как можно скорее. Вопросы есть? Есть. Какие? Сроки выполнения задания. Нет изменений? Нет. 6 суток детали у начальника переправы. Ясно. Если вы, Климов, попадете в руки людей генерала Ветрова, вы знаете, как себя вести. Господин полковник, я выполню задание. Господин полковник, мы готовы. Переправляется один человек. Слушаюсь. До встречи, господин полковник.
До скорой встречи, господин Климов. Я суеверный, господин полковник. Может быть, до скорой. Счастливо. Шестой. Прошу. Курау слушает. Говорит капитан Гэс. Докладывайте о переправке. Переправка прошла нормально. Со стороны противника не было замечено ничего подозрительного. Так, ясно. Все обошлось благополучно. Считаете благополучно? Да. Вы уверены, капитан? Так точно, господин полковник. Благодарю. К нам явился с повинной бывший военнопленный. С очень ценными сведениями. Они настолько интересны, товарищ генерал, что мы доставили его к вам. Приведите его сюда. Слушаюсь. В действиях Климова, безусловно, есть состав преступления. С одной стороны, мы должны решить, какова его вина. С другой, учитывая задание командования фронтом, мы получаем возможность заслать своего человека. Своего? Полученные сведения о прохождении службы до плена и об эвакуированной семье характеризуют Климова как преданного офицера и совпадают с его показаниями. Такой не должен изменить. Он уже изменил. Совещание окончено. До свидания. Подполковник Гавр, останьтесь. Слушаюсь. Товарищ генерал, у Курау сильный козырь, школы Абвера. Оттуда он и берет агентуру. В основном плохую. Не качеством, так количеством. А у нас, после гибели Яковлева, в школе ДР-108 никого. Не подлежит сомнению, он погиб. Но мы не знаем, как. Его, конечно, допрашивали. Сказал ли он что-нибудь? Яковлев? Думаю, не сказал. Я тоже надеюсь. Но все же надо считаться и с такой возможностью. Курау понимает, что мы постараемся заслать вместо Яковлева кого-нибудь другого. Именно сейчас, когда командующий фронтом поставил перед нами задачу дезинформировать врага, именно теперь мы не имеем права попасться на такой крючок.
Значит, вы полагаете, что его следует все-таки... Нет. Расстреливать надо не того, кого можно расстрелять, а лишь того, кого нельзя не расстрелять. Садитесь. Но проверить нужно. И основательно. Прошу. Прошу продумать следующее очень серьезное и важное соображение. Вы должны вернуться к немцам. Нет, я понимаю, вряд ли вы оставили там друзей. Кстати, вы хорошо знали Яковлева? Вы ничего не сообщили о нем в своих показаниях, а нас очень интересует его судьба. Я его совсем не знал, товарищ генерал. Его взяли в классе, я вел его до машины. Что он вам сказал? Ничего. Так, ну хорошо. Все же вам придется вернуться в школу. Выполнять наше задание. Надеюсь, вы понимаете, как это важно для вас. Хотите подумать? Скорей, Васек, быстрее давай. Держи, держи, держи. Что случилось? У вас есть время? Есть. Тогда помогите. Хотелось бы встретиться с этим городом и после войны. Документы. Прошу. Благодарю. Доложите, что сюда прибыли свежие части. Стрелковая дивизия. Несколько тысяч моряков. Какое-то крупное соединение, хозяйство Петрова. Таким образом, к Раненбаумскому пятачку явно стягиваются войска. Вы наблюдали эти части в следующих пунктах. Здесь, здесь и здесь. Все эти пункты вы сейчас объедете на машине. Наблюдайте. Будьте готовы к любым, даже самым неожиданным их вопросам. Товарищ генерал, но кончается срок моего задания. Скажете, был замечен. Обстреляли, петлял, вышел в другом месте. А мы своими действиями подтвердим ваши показания. Ясно. Сведения, которые вы принесете о расположении войск, также будут подтверждены. Но это не все. К
Кроме того, ваша задача выявлять агентуру. Кто они? Как выглядят, на что способны? Понятно. Вот ваши документы. Учтите, что в командировочном предписании не хватает шифра. Осторожно с адресом резидента. Желаю успеха. Спасибо. Вернулся. Как видишь. Ну, с прибытием. Ты не рада? Я рада. Я всегда рада. Соскучился по тебе, вот и вернулся. С благополучным возвращением. Коньяк! Коньяк. Я вижу, вы сильно проголодались. Выпейте рюмку за здоровье фюрера. С вашего разрешения. Дайте кофе. Быстро. Вам, очевидно, много пришлось пройти. Кстати, как вам понравился Ленинград? Простите, я не был в Ленинграде. Жаль. Хороший город. Ну, оставим Ленинград. Скажите, Климов, где вы были на самом деле? Господин полковник, вот, вот продовольственный аттестат с отметками в столовую, где я питался и получал продукты. Аттестат настоящий? Так точно, господин майор. А вот наше командировочное предписание – это прямой билет на тот свет. Выражайтесь яснее, Климов. Куда уж яснее, господин полковник. Сравните. На нашем нет шифра. Это явная гибель на любом же КПП. Интересно, как же вам удалось сохранить свою жизнь? Чем вы заплатили за нее? Двумя другими жизнями, господин майор. Вы были правы, мне пригодились знания, которые я получил раньше. К сожалению, не в нашей школе. Мне пришлось побеспокоиться самому. Вы настоящий разведчик, Климов. Вы заслужили награду. Я надеюсь, вы поделитесь опытом со своими коллегами. С радостью, господин полковник. У меня уже имеются некоторые предложения по перестройке учебного процесса. Господин полковник, хочу напомнить, что Климов вернулся с опозданием на 21 час. Мы с нетерпением ждем ваш рассказ, который уже начался. Продолжим его у карты. Идите. Пожалуйста. Спасибо. Поверит ли ему? Эх, черт побери. Сейчас уже ничем не поможешь. Ваше мнение, господа офицеры. Я жду. Убежден, что Климов был у русских. Доказательство? Большое опоздание с возвращением. Это не доказательство. Майор Краузе. Водит за нос. Почему? Слишком много материала за столь короткий срок. Сомнительный аргумент. Необходимо расстрелять. Расстрелять? Согласен. Майор Штиллер, вот бумага. Садитесь, пишите. Совершенно секретно. Начальнику Абвера, адмиралу Канарису. Руководимая мною, школа Абвера не в состоянии выполнить задание.
Если мы его расстреляем, вам придется в этом сознаться. Ну, подписывайтесь. Боитесь? Господин полковник, не могу отделаться от подозрений. Подозревать – это наша правая обязанность. Да, он опоздал. А что, если он не врет? Я опоздал по причинам, изложенным здесь. Господин полковник. Слушайте, майор! Не заставляйте меня поверить, что ваша память окончательно ослабела. Что, у вас нет возможности проверить? Прошу, господин майор. Благодарю. Ахмед подберет себе людей. А ну-ка, пойди сюда. Зайдешь в штаб. Привет. Привет. Какими судьбами? Все речки текут в болото. Сначала лагеря, потом школа связистов, встречи. Пойду напарником с кем-то из здешних. А ты как? Да ничего. Ночами плохо спится. Выхожу погулять. Ну, спасибо за огонек. Ваш агент, полковник, доставил ценные сведения. И все-таки мало. Я старый волк, Урал. Кажется, можно снять кое-какие части из-под Пулково. Однако чувствую, что-то мешает мне. Вот в этом кольце не хватает двух звеньев. Возьмите их и верните, когда все будет ясно. Один патрон русские дивизии такие-то, другой места их расположения. Вы меня понимаете, полковник? Да, господин генерал-фельдмаршал. Ну, надеюсь, полковник, что эти патроны не для нас с вами. Давай, открывай, открывай, Мона-Лиза! Мона-Лиза! Гости пришли! Заходите, гости дорогие! Здравствуй, Мона-Лиза! Здравствуй, спасибо! Угощать буду я! Добрый вечер! Добрый вечер, это вам! Спасибо! Заходите! Привет! Валя! Гитарку! На, передай! Сыграй что-нибудь душевное. Поставь туда. Эх, ты меня, Маруся, пожалей. У меня для девочек влюбленный кофточка из желтеньких рублей. Явился, наконец, вспомнил по него, Катя. А я теперь к начальству, преподаватель. Я тебя... А что ты мне еще-то преподавать будешь, а? Понимаешь, теперь лишнего вы будешь, а? Дай-ка сосуды. Он мне будет преподавать. Кончай, кончай, да, давай выйдем. Пицца преподавателя. Большой, большой, большой дальше. Большой бокал, держи, большой бокал, понимаешь. Держи. Вот налей. Ты да я... Пьем за... Это скромно за мое здоровье, да? Будь здоров. Ты меня, Маруся, полюби, загляни мне в душу незаметно, в сердце хоть лопатою греби. С
только я принес любви ответной, в сердце хоть лопатою грей. Оставь, только я сама хочу. Оставь мне. Последний кусок мой. Волошин. Я. Опахается. Музыку. Слушаюсь. Музыку! Музыку! Верно! Его. Оставь, оставь! Танцуем под это! Ой. Вот и Тамарка! Тамара? Штрафной Тамара? Давай! Я слышала, ты опять это... Да что это ты смеешь? А ты не отбивай! Ничего, сходит и вернется. Валька, хочешь фокус? Хочу фокус! Ну, я пошел. Ты же давно приехал. Почему так долго не заходил? Да знаешь, живем. Живем не так, как хочется. Сегодня останешься? А зачем? Ну, расскажешь, как там. А надо ли? Надо. Ты что, очень хочешь, чтобы я остался? Очень. Налить? Нет, нет. Мне, пожалуйста, водички. Только ты скорее приходи, я жду. Ну, конечно.
Вот и я. Наконец-то. Ты иди, Ощет. Коля, а? А, ты все тут? Да. А где же мне еще быть? Чем же я лучше других? Не знаю. Но я чувствую, что ты не такой. Имант, ты? Садись. Кури. Решил? Я согласен. Куда? Куда? В Ленинград. Когда? К утру. Так, тогда запоминай. Засылают агента. Будут проверять сведения, которые я доставил. Так. Все может сорваться. Так. Пойдет Ахмед. Здесь есть и его снимок. Понятно? Да, спрячу в рации. Как только попадешь к нашим, сразу добивайся, чтобы тебя доставили в особый отдел. Гавару или Ветрову. Понятно. А как ты думаешь? Что? Они меня не расстреляют? В этой пленке твое оправдание. Если доставишь, считай, что школа полгода работала зря. Богом. Ладно, спасибо. Счастливо. Спасибо. Готовь рацию. Надо передать. Ваську подстрели, пускай они ждут. Не спи, быстрее! Thank you.
Ничего. Начальник школы слушает. Майор Штиллер. Да-да, я. К нам из-за линии фронта доставлен курсант Рудзитес, который оказался русским агентом. Прошу повторить. Ваш курсант Рудзитес оказался русским агентом. Он хотел перейти фронт самостоятельно. При попытке был задержан курсантом Буряком. Основной агент не пострадал? Нет, он рядом. Ах, он рядом с вами. Да-да. У вас все? Да. Благодарю. Дежурный Никашин слушает. Говорит начальник школы. Немедленно ко мне господина Штайненберга и эту даму. Слушаю. Господин Штайненберг, я. Необходимо усилить физическую подготовку агентов. Только сильные люди, такие как Буряк, могут выполнять наше задание. Слушаюсь. Разрешите идти? Подождите. Кто-то в школе опять работает против нас. Кто? Штайненберг. С кем чаще всего встречался этот Рудзитес? По-моему, с Климовым. Ага. Инструмент в душевую. Слушаюсь. Вас. Я не слышу ответа. Повторяю. Когда и где Климов передал тебе пленку? Говори, шкура. Тихо. Садитесь. Климов уже признался, что пленку передал тебе он. Мне хочется лишь спасти твою жизнь. Ты же не русский, Рудзитес. Ты латыш. Надо ли тебе умирать за них? Но если бы даже Климов не признался нам, все равно все стало бы ясно. Фотографировать ты не мог. Это мог сделать Климов, с которым ты часто встречался. Ты просто курьер. Разве справедливо, если тебя расстреляют, а главный виновник, которого ты так пытаешься выгораживать, останется жить? Итак, молчим. Давай. Но зовите Климова, скажу все. Пожалуйста. Жаль, что твою морду не донес до наших.
Меня убьете, другие останутся. Добрый день. Добрый день. Прошу. Остальных женщин тоже ко мне. Слушаюсь. Альбом сработал. Но кто? Кто брал фотографии? Никто не замечен, господин майор. Вы уверены? А кто наблюдал за ними в ваше отсутствие? Я была там все время, господин майор. Каждый раз. Тогда остается поверить в чудеса. В шапке невидимки волшебников добрых фей. Хорошо. Послушаем, что скажут ваши феи. Пустить? Должен вас огорчить. Все вы запачканы подозрением. И мне не хотелось бы, чтобы отмывать эту грязь, вам пришлось в душевой. Я жду от вас точного ответа на один вопрос. Кто и когда брал альбом? С фотографиями. Я хочу, чтобы вы поняли. Никто не обвинит вас в связи с русским агентом. Вы работаете для Германии и можете заслужить награду. Мы знаем, что фотографии были взяты в один из последних дней. В эти дни собирались у вас лишь однажды. Нам известно, кто был у вас. Итак, кто-то из них. Я ничего не знаю. Я все время была с Ахмедом. Я не помню. У меня был господин Штайненберг. Сначала танцевали. Потом... Хорошо. Вы? С Синицыным танцевала. Потом я его проводила до выхода и заперла дверь. Там, кажется, был господин Волошин. Он рано ушел, а я пошла спать. Так, господин Буряк тоже вне подозрений. Кто же остается, значит, Климов. Нет, нет. Мы все время с ним были вместе. Все видели. И мадам Лиза знает. Так точно, господин майор, это правда. Хорошо. Вы не оправдали доверия. Придется вам переменить место жительства. Поживете в лагере? Может быть, это прояснит вашу память? Не надо, я не хочу. Молчать! Пожалуйста, не забирайте меня в лагерь. Я не хочу! Нет, я не хочу! Куда? Не отпусти! Я не хочу!
за измену Рейху, за попытку бежать к русским, курсант Рудзитес приговорен к расстрелу. Приговор исполнит курсант. Поторопились, на сей раз это должен был сделать другой. Не лишайте меня удовольствия. Жалеешь? Жалеешь, что Ахмед тебя опередил? Ты что? Мы еще свое возьмем. На! На, бери меня! На! На, предатель! Ты... Ты что такой серьезный? Выпей. Не помогает. Потомки скучаешь. Потерпи, новых пришлют. Помочь можешь мне ты. Я? Да. Однажды ты мне здорово помогла. Когда же я тебе помогла? На вечеринке, когда пропали фотографии. Ты о чем? Я взял фотографии. Ты? Я. Не спеши. Успеешь умереть. Нет, помереть придется тебе. Нет, вместе. Я тут при чем? Без твоей помощи я не смог бы взять фотографий. Ты должна была следить за нами. А вместо этого ушла с Буряком. Это надо доказать. Если начнется следствие, выяснится, что ты, спасая свою шкуру, загубила девушек, тем самым обманула Штиллера, значит, ты моя сообщница. Что ты от меня хочешь? Мне нужна фотография Ахмеда. Ты с ума сошел? Альбом у Штиллера! Достанешь. Нет, это невозможно. Достанешь. Нет. Завтра до занятия я зайду. Ну, это все? Нет. Садись. Что? Садись. Пиши. Это еще зачем? Пиши. Курсант школы ДР-108. По кличке Ахмед. Получу эту записку назад в обмен на фотографию.
барахли, да? Что-нибудь понимаешь в этой головоломке? Ну, давай попробуем. Ну-ка, подержи. Садись. Включай. Подсоси, подсоси немного. Ага. Ну вот, хорош. Спасибо, пожалуйста. Если тебе по дороге, я могу подвезти. Да я, понимаешь, инспектирую здесь строительные части. Как раз много вашего брата строителя, где новые части. Ну, спасибо. Садись. Будем знакомы. Ибрагимов Джафар. Корреспондент газеты «За Родину» Хабибулин. О, пресса? Ну, давай. Подвези к морякам, 142-ю. Садись. Давай. Садись, ребята. Давай, ближе. Так. Ну-ка. Опа. Так. Двигайся. Поехали. Трогай. Скоро уже, скоро. Еще бы. Напихали здесь солдатиков. В тесноте да не в обиде. Какая ж тут обида. Был вчера в 227-й. Ребята говорят, отдыхать надоело. Приехали. Загружайся. Ну все. Может, и... Спасибо. Дай вперед, ребята, вперед. Вперед. Ваши документы. Вот. Все в порядке. Пропустить. Гляди, Ибрагимов. Видишь? Ну, дадут. Да. Ты откуда родом? А что? Хочешь, я про тебя напишу? Да еще с фотографией. Домой пошлешь. Нет, я на фото очень плохо получаюсь, понимаешь? Обещаю, получишься. Нет. Будьте добры. Повторите еще раз, только у карты. Двести двадцать седьмая дивизия здесь. Так. Морская бригада. Здесь. Хозяйство Петрова. Хозяйство Петрова. Вот здесь. Так, соответствует. Воздушная разведка сообщает те же данные. Скажите, вам не удалось уловить общее настроение? Все только и думают о наступлении. Ну, благодарю вас. Вы устали, идите отдыхайте. Извините, господин полковник, разрешите вопрос? Да. Ну, почему Ахмед должен быть как тень? И почему я должен проверять кого-то, а не действовать самостоятельно? Так надо. И вы, и Климов, хорошо поработали. Теперь идите отдыхайте. Понятно. Значит, Ахмед работал на Климова. Значит, Ахмед работал на Климова. Господин генерал-фельдмаршал, нами произведена тройная проверка агентурных данных о сосредоточении русских войск на Оренбаумском пятачке.
Да, 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 все это хорошо. А что, если нам подсунули дезинформацию? Господин генерал-фельдмаршал, следовало бы наградить двух агентов за точную информацию. Я согласен. Прошу. Вы тоже должны быть отмечены. Полковник Курау, я буду ходатайствовать о достойной вас награде. Благодарю. Простите, господин генерал-фельдмаршал, я ваш должник. Вот маленькая деталь. По-видимому, эти патроны предназначались не для нас с вами. Хайль Гитлер. Хайль. Устал? Ничего, товарищ генерал. Поработали, что надо. Фашистским агентам при такой постановке дела сплошной курорт. Молодец ты. Хабибулин я, кто я? Фокусник ты, вот кто. Еще раз, когда вы начали вербовать наших курсантов? Мелкая провокация, господин майор. Но ведь пленку-то передали Рудзитесу вы! Это надо доказать, господин майор. Я бы мог расстрелять вас без доказательств, но доказательства есть. Есть! Вот! Русские прорвали фронт в районе Пулково. Вы понимаете, что это значит для вас? Ведь данные предоставили вы, да вы уже мертвы, Климов. Но будете говорить, Штайненберг? Простите, господин майор, прибыл полковник Курау, срочно вызывает вас. Черт. Отдохните, Штайненберг.
Господин полковник, майор Штеллер явился. Поздравляю вас, майор. Ваши агенты Климов и Ахмед награждены медалями. Я должен вручить их. Потрудитесь вызвать агентов и собрать курсантов. И поскорее, я тороплюсь. Но, господин полковник, Климов арестован? Кем? Мной. Вы, по-видимому, идиот, майор. Господин полковник, все данные за то, что Климов резидент. Он старался переправить через фронт пленку, которую мы перехватили. Она при вас? Так и есть. Видите? Я имел в виду, что вы законченный идиот. Что ж, по-вашему, Климов хотел передать советскому командованию и свой портрет? Но фронт прорван. Ложные сведения доставлены Климову. И вашим любимцам Ахмедом. Послушайте, майор, ну при чем здесь мы? Происходит выравнивание линии фронта, как говорит доктор Геббельс. Мы вынуждены эвакуировать школу. Климова и Ахмеда ко мне. Штайненберг, Климова немедленно в зал. Слушаюсь. Возьмите. Прошу. Климова немедленно отправить в пансион «Белый нарцисс» к фрау Грете для дальнейшей службы. Слушаюсь. Не. Я отвезу его сам. В мою машину. И сегодня же эвакуируйте школу. Мы должны с вами хорошо друг друга понимать. У нас с вами одна судьба. В случае победы мы не маршируем на площади. В случае поражения не сдаем оружие. Ну, господин полковник. Молчите, Климов. Если вы скажете да, я должен буду вас застрелить как врага. А нет, вы не захотите сказать, поэтому молчите. Представьте себе, что я фантазирую. Мысли вслух. Победа, поражение — вещи относительные, Климов. Допустим, Великая Германия разбита, и Россия победила. Значит, и работникам секретных служб не избежать контактов. Тем более мы стоим над правительствами. Не избежать. Ни сейчас, ни через 10 лет, ни через 25. Надеюсь, вы меня поняли, Климов. Теперь можете отвечать. А если будущее сложится не так, господин полковник? Не думаю. Даже русским не под силу совершать чудеса подряд. Нужна же им передышка. История как будто не подтверждает этого. Во всяком случае, вы сегодня были ближе к смерти, чем я. Когда-нибудь вспомните об этом, Климов? Через 25 лет? Даже и тогда. У вас завидное здоровье, господин полковник. Надеюсь, и у вас тоже.
Ну, прощай, Нарцисс. Что это, оружие? Оружие. Едем через несколько часов. Ясно. Ваше приказание выполнено. Здесь документы Абберштелле Остланд Рига и ваша агентура. О, Климов, как всегда, первый. А мы снова на подхвате. Прошу внимания. Ящик поставьте сюда. Взяли. Вызывайте всех. Слушаюсь. Берите оружие. Когда отъезд? Я скажу. Климов? Да. Ахмед Волошин. Встречайте транспорт, уже время. Штайнберг может приехать в любой момент. Есть. Скорее, скорее, Нарцисс! Хорошо! Тебе нужно ехать. Не хочу! Ты подумай, что ты... Не поеду! Ну, я не... боюсь за нельзя, тебя, Коля! Нельзя, не... да нельзя не тебе здесь оставаться! Тебя. Не поеду! Поезжайте! Фрау Грета. Да? Машина у ворот. Хорошо. Берите. Что? Сейф берите! Есть!
сволочи. Фрау Грета! Да? Климов и Волошин предатели. Украли ящик с документами. Я постараюсь их задержать. Четверо налево. Есть. Они выбегут навстречу нам. Остальные за мной. Не проскочишь! Проскочу! Не проскочишь! Стой! Я русский, я!